забытый с тобой, позаброшенный, словно в поле васильки сеном скошены, словно дембельский старик в ожидании, не останавливая, словно первая любовь да без страдания, словно дембельский старик в ожидании, словно первая любовь да без страдания. Вячеслав, у вас на самом деле очень приятный голос, вас приятно слушать, мягкий очень тембр. И такая вот в этой песне очень убедительная подача. А можете что-нибудь спеть такое вот распевное, чтобы голос как-то раскрылся, поиграл? Есть у вас что-то такое? Можно без музыки. Это женщина, которую люблю я очень. Это женщина, которая мне снится ночью. Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. Это женщина, которая... Спасибо, спасибо, я понял. Мне кажется, вот в тональности немножко как-то робко, да, ощущает себя. Не всегда просто человек знает свой голосовой аппарат, свой голос до конца. Чуть выше немного, и ту, и эту песню, да-да-да, раскрыли. Это женщина немного, да-да-да, и до конца все взорвали. Ну, если пока не знаете... Есть возможность этому научиться, если есть желание. Рустам, вытащишь, нормально все будет. Подпоешь за кулисами все. Могу и так. Никто не жаловался. Ну, конечно. Спасибо, Вячеслав. Спасибо. Как вы выступили? Выступили, конечно, я волновался, все, но получил очень приятное ощущение. И самое главное, мнение наставников, что немаловажно.